Привет, друзья, с вами канал Бора Бора. Мы играем Battlefield 2. Выбираем оружие, боеприпасы, все, что нам нужно. И начинаем играть. Ой, ехали. Второй. Еще чуть-чуть бы и мы в него попали, ма. Меня перекинули, как всегда. Начинаешь играть, стрелять, начинает тебя перекидывать. Понятно, почему. Они поимели нас! Постоянно какие-то хакеры или что-то делают. Что-то там вот уехать не могу, не стоять, не вот, а в тот момент, когда я что-то делаю, хочу сделать убить и расстрелять, они начинают специально останавливать танк, чтобы я не мог просто отъехать. Вот так вот, дорогие друзья. Такие. Ничего, играем дальше. Берем танк и поехали. Почему у меня опять вышел? Как начал? Попал. Захватили наши позиции!
приблизимся к базе. Убегает. Мы взяли их аванпост. Убегает. Так вот. Здесь убегает. Там убегает. Ага. Не успел. Немного не успел, но ничего. Идет бой, а нам не закончится. Так, попадем там к кому-нибудь. Начинаем проигрывать. Так, надо браться. Конкретно. В игру. Окучили там. Выпалить надо. Так, ты понял, это мина была или что? Показалось. Какой-то шустрый. Сейчас меня на мину будет толпать. Так. Не понял. Вот так вот. Видишь, специально делает, чтобы танк стоял. Так хорошо все начинал. База захвачена. Вот что получилось на самом деле. Затормозили опять меня. Тормознули они меня. Так. Так, захвачен Сибас. Вон, искал я его, искал, а он спрятался здесь. База потеряна! Снайпер тот, который я стрелял, вылетелся. Хорошая работа! База наша! А теперь не пускать сюда. Даже не пускать. Еще раз, давай. Есть. Так, по-моему, там очень сюда. Там у него.
Тащи меня, вот зачем ты убегаешь? Побежал же пулеметчик, ну чё ж ты меня не полечил-то, дружбанище? Взял бы, да полечил бы меня. Прикрой! Перезарядка! Не давать никому пройти, товарищи! Ура! Все, надо не давать никому выйти. Все, брать их в кольцо. Все. Кольцо, в принципе, взяли. Справа, что танк не прошел. И слева. Надо вот так вот понаблюдать. Теперь сейчас начнем. Может, просто стоять и так вот. Нет, они все стоят. Там в углу. Вертолетчик. Давай. Не улетай, не улетай, не улетай. Так. Нет, ну, оба. Попробуем еще раз. Ага. Есть. Один. Ладно, ладно, там справишься. Так, снайпера надо бить по всем домам. Им никуда не деться. Они поимели нас. Так. Берегись, тут снайпер. Позиция зачищена, мы взяли ее. Ты сильный. На нем броня, наверное. Большая. Мощная толстая. Нам осталось еще чуть-чуть и все. Так. Что? Нет, меня будет. Ничего, ничего. Мы сейчас тоже вас. Победен. Тоже нельзя. Вот тоже умеем стрелять. Вперед!
чтоб тебя! Попал, меня убили. Есть. Ой. В бой идут одни. Старики. Вперед. Еще чуть-чуть, и мы будем первые. Может быть. И пары тоже просто играют. Я встал просто удар. Надо высоко наблюдать, чтобы можно было убить всех. Как ладно, и взяли базу. Сделать так, чтобы сверху был рассматривать, но сбоку смотрит и летит. Ты! Это кто? Так. Вот ты где. Поехали. Опа! Попал, нет? Попал. Мы взяли Хабанпост! Эй! Не тут попал, есть. Что у меня танк? Где? Танкист. Откуда? Так, тоже. Так, у меня сел последний выстрел. Бьем. Может так попробуем? Ну-ка. Оп. Ай-яй-яй. Мой шлем был виден им. Вперед. Сейчас мы как-то всех победим. Побеждает почти. Хорошо играет парни. Надо выигрывать. Зачистить территорию сначала. Так, где? Че? Какая? Поехали. Парень, ну ты ж там, ты что не видишь, что он там хочет нашу базу захватить? Вперед, вперед. Так. Где-то там есть, попал. Еще один танк, ну-ка. Вас эти товарищ есть. Ну-ка. Есть, нет? Попал. Ну-ка. О, их там много. Там. Стреляй куда хочешь, пойдешь в любой мир. Есть, так. Опять стреляй, сюда, попадай. Вперед! Давай, здоровье! Вперед! Есть! Там есть! Второй там! Еще один! Это карма! Попал! Ничего! Ничего! Почти, почти! Еще чуть-чуть! Где? Продолжайте! Где он? Почти победили! Ну, куда, куда? Че ж тут? Нельзя стоять за спереди. Так, где справа, слева? Ага! Я думаю, что еще победят. А то не дай бог, не дай бог. Так. Дальше. Так, где там танк еще? Поднять головы. Вперед. Поехали. Да, встал. Ага. Ага.
достал за ящик, за сарай или какой-то. Прячется там. Так, справа так проходит. Куда ты стреляешь? Здесь не подходит. Вон он будет. Тяжелые танки Кука. Да, вижу я, что тяжелые. Тяжелый танк. Сейчас мы будем его вылавливать. Тяжелая броня. Что ж такое? Кто выстреливает? Специально делал, да? Ну-ка, остановись. Остановись немножко. Сейчас мы тебя вот вытащим. Ай. На чистую воду. Так, ладно, парни, убегайте там. Так. Среди плодородных земель и красивейших горных склонов войска США растерли в порошок танковый взвод СВА, охранявший долину в Хубай. С потерей продовольствия солдаты противника будут голодать в сезон дождей. Мы третий, но ничего. Им поставлена простая хорошо, задача. Хорошо, поехали дальше. И не позволить силам Северного Вьетнама отбить молодцы позицию. Тоже у нас там. По донесениям разведки обнаружены крупные силы красных. Давайте, поехали. Так. Дальше. Поедем на машинку. Ранее. Что прячете? Им добежать надо минуты три. Так. Ты должен бежать! Ладно, захватили. Вот так. Уже. Так. Тут-то вообще сверху идет стрельба. Есть место? Есть. Вперед, поехали. Банзай, вот сейчас надо сверху на танк становиться, сейчас их всех там будут прям. Стрелять, стрелять, стрелять бы так, может быть, сейчас уже обычно сюда вот куда-то засаживают, сюда садятся. Вообще кошмар. Ага. Пошли. Эх ты. Эх ты. Так, справа. Что ж такое? Ты же что, справа не видишь танк, что ли? Не понял. Не понял. Эх ты! Ух ты! Вот это да, ножом мне что ли? Справа здесь танк, по-моему, был, да? Давай, 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 не сдавайся! Давай, 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 не сдаемся. Вперед, 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 давай, давай, бандай. Ты что выпрыгнул-то? Ё-моё. Что ж наши-то бросает-то танки-то? Это же такая мощь. Вы что, парни, нельзя их бросать же. Ну, все. Слишком много снайперов. Что, захватываем? Все, поехали. Берем танчики вперед. Как, Ковчей? Тут на чем ты дождь? Да. Сейчас танк возьму, приду на помощь. Это ходишь на. Ну-ка. Ну-ка.
опять захватили? Не люблю, когда вот играешь, раз тебе начинает вот тебе садиться. Акура, куда? Кто? Где? Так, ну-ка. Давай, парни. Ага. Парни, вы где там? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, только там и танк, и снайпер. И все там в куче. Хорошо. Интересно, ну, ну-ка. Вперед. Ну, давай, надо их сверху, надо с бугра их скинуть, надо скинуть просто. Идущий книжку, да и все. Ага. Ага. Вот что делает паразит, а? Одну не успел. Я прям слышал, прям одну успел закинуть. Все, на самом деле должны использовать. И это вот. Сядьте кто-нибудь на пулемет, что же у пацаны? Надо стрелять. Отлично они что делают. Я не могу ехать, они специально блокируют там. Как это называется? Хакеры что ли? В этот момент, когда пацаны там берут, блокируют. И так стоит на месте. Редиски такие, кто там? Научится? Нажимать вот на кнопку как и начинается. Сейчас мы вас всех победим. Ну как там? Ну ты чё? Пулеметчик, ты же со мной. Куда ты стреляешь, я не пойму. Дети играют. Дорогие мои детишечки. Ах ты. Ух ты и ах ты. Сейчас будем бегать. Так. Так. Ох, меня как они. Снизу, это отсюда они уходят, да? Ну-ка. Акула, куда? Я слышу, не уходим. Ну-ка, один засел. Один засел он. Ага, от него все появляются. Вот что он делает. Он сел сюда один. Мальчик, ты где? Интересно, как он мог... О, красавчик. Как он туда залез? Он туда сел, спрятался. От него появился друг, я убил. А тот-то откуда появился? Ну, где был там на горизонте? Ой, летающий там как-то прикольно. Давай, появляйся, а ну, убивай.
света едет танк. Ага! Там появились. Ну ничего. Так, поехали. Ну пятый. Ну ничего. Ну давай. Чё ты боишься-то? Я же здесь пулемётчик, я же всё наблюдаю. Вижу, что здесь, что как там. Справа-слева. Где? Справа. Окучили нас. Они нас справа прям как прижали. Это опять, наверное, все снайперы. Садись, присаживайтесь. Поехали. Куда стреляешь-то? Зачем? Зачем? Сейчас, когда надо вставлять, у тебя он нагреется. Что ж такое? Вот куда стрелять там. Вам у хакера. Он то был, то его нет уже. Опять делаю то, что... Вот, сейчас он с гранатомета вылезет. Посмотри, сюда. Стреляй, стреляй, не останавливайся. Надо захватывать базу. Ну и что? Блин, опять они что делают, а? Не дают они опять. Она. Что ж такое? Вот они справа. Кто ж там справа-то, а? Появляется из-за тебя здесь. Ну-ка. Как неинтересно мне игра, когда начинаешь играть, а начинает тебя будет поразить, что ты делаешь с тобой. Нет, чё, как? Редисочка. Овочка. Так, там наши, да? Мы никак не можем их окучить. В одно место всех собрать не можем. Бежал туда, чтобы спасти своих. А. Надо было владеть прям с автомата и стрелять туда. Так. А, ты снайпер. Вот. Вот, надо сейчас покажу ту базу. Вот, парни, вперед. Так, это комната. Ага, чужая база. Наша база там. Получи! Так, надо показать возможность.
нужен медик! Не хочет больше здесь появляться. Меня засекли. Ничего. Ну, это домик стреляет. Думаю, опять она. Пацаны, пацаны, давайте. Все, все, давайте. Пошел домой! Пойдем! Где? Ты какой? Не надо? Нет, дед, не стреляйте меня. Не убивайте, я его сейчас сам убью. Так. Ага, засел он там. Вот я говорю, вот они. Они усаживаются туда вот. В эти горы, скалы, щели. Издалека не видно. Ай-яй-яй. Так, давай. Вот так, куда они ищели, у чужие тоже. Ну, наш тоже здесь. Садятся. Давай, давай. Уходи. Ты должен быть куда? Щели все убиваются. Давай. Куда пошла, да? Взорвайся, блин, взорвался. Ну что, где? Вот там вот они попрячутся у них и бегают. Так, ну-ка. Ты что, давай, давай. Ай. Быстро, быстро, слишком мелко. Ай, ай-яй-яй-яй. Слишком быстро они меня все это... Взяли нас и все, откинули нас в сторону. Парни, ну вы снайпера, что вы здесь их... Утаскивайте их отсюда, они вот здесь все засели. Один сядет в щель, его не видно, ну все, и начинают. Откуда он вообще? С горы откуда стреляет? Непонятно.
ты забегал-то за мной? Ага. Тот стрельнул на меня. Вот-вот, прям, вот прям. Молодцы. Как соленые огурцы. Да что ж такое? Прыгаем вперед. Ура. Где? Что? Как? Меня? Ага, меня. Чужой или чужой? Попробуем отсюда и доскать. Улетело так, да? Просто я даже не заметил, что они уж бар захватили. Ничего. Ай. Минус один. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, умирает мальчик мой. Красавчик. Я там их не заметил. Опера. Аж выстрелил. Что он не захватывает? Хотели, молодцы. Красавчик. Начинайте. Кто? Это где-то с этого парня. А там там их оттуда выгнали уже, да? Снайперку взять, но уже места нет. Нет. Чуть-чуть еще. Так, ну-ка. Надо вообще не давать. Рудок. Вот, нифига себе, коробка стоит. Все время пересылил коробку в этой игре. Сейчас, наверное, снайпера мы там. Где? Откуда? Как? Есть. Так. Где? Откуда? Мне кажется, уже...
Они уже, оказывается, захватили базу. Где? Ты должен быть куда? Ой. Надо бы все-таки выпрыгнуть. Ну ничего, высадка, поехали. Что там? Вот, теперь они захватывают нас. Они могут выиграть. Вот. Я уверен, что они могут нас выиграть еще. Потому что... Честно сказать. У нас было в раз 130 человек, а их, по-моему, 40 копеек. И мы выиграли. Почему? Потому что мы схватились в одно единое и начали перетончику пробираться. Сюда мы будем стрелять сюда. Есть? Ах ты, мимо чуть-чуть. Кошмар, парни, вы что? Что, пацаны? Мы все проиграем сейчас так. Пацаны, вы чего? Вы сейчас так можем проиграть. Если честно. Если на чем сейчас действовать, мы можем проиграть, пацаны. Ага, ты пулемётчик появился. Надо подождать, пока он появится. Третий, но все равно. Можно и лучше. Повсюду, ну там повсюду. Так. Вперед, вперед. Здесь столько лазит, там, а кто база хочет? Сейчас заходит в базу и все. И они будут нас по-новому окучивать нас. Где? Че? Ну и вот что вы сидите? Вот наверху там четверо сидит. Что вы там сидите? Я не понимаю. Вас четверо наверху, а вас под вашими людьми бегают эти враги. Не понял вообще. Парни, вы что? Вообще не понимаю. Каждый, так что каждый играет сам за себя. Вот я говорю, они теперь приближаются все. Начинают, они теперь окучили нас всех. Черт, он ранен! Нифига себе. Что, не видишь? Сосать! Ну да. Вот что я говорил. Они сейчас нас окучат и все, и начнут долбать. 370-143. Мы его спокойно нас мигнули. Честно сказать, очень спокойно. Даже не напрягаясь. Ну, у них хоть бы убили одного лягушку, и все. Они нас уже человек 5 убили.
СТ. А чё вот опять кнопку специально нажимает, а, хак? Вот специально нажимает, чтобы невозможно ехать прям на них. Нечестно же так играть. Восемь, 116. Вот человек 10 убили, а я человек 50 уже завалил. Убил. Ай, вот снайпера сидят в углу. Сто один, сам вышли. Ну давай. Давай, где вы там еще? Давай. С какой стороны? Не вижу. Где? Снял его. Не вижу, с какой стороны, где? Да что ж такое? Ничего. Вот, хочу и выиграть. Может быть. Если мы сейчас объединимся. Может почти выиграли. Сколько? Наверное, человек 50 уже убили. А мы убили у них всего сколько. Встал, аж прям такой крутышка. Все, вон откуда нас будет. Залез прям не знаю куда. Залез на самом 90. Ну, блин, может мы выиграем. Все-таки попробуем сейчас выиграть вторую игру. Здесь они в учебе сидят, на снайпера. Или здесь, или здесь. Ага. Кто-то меня видит. А, или наш должен. Чтоб тебя, чтоб меня. Просто за мной бегал. Сейчас
не на нем пойдет. Сверху сидят, там быстрее. Видите? Акула, куда? В укрытие, любое! Американская база в районе долины Тигри была уничтожена крупными силами коммунистических войск при поддержке тяжелой техники. В ходе ожесточенного боя наши войска понесли тяжелые потери. Официальные лица правительства обещают провести расследование того, как такое могло случиться. С вами был я, Боро-Боро. Всем удачи и всем пока. Командование подтвердило, что войска сняли...